Лилия Дружина снова готовится к пополнению в семействе. В 2013-м в Клинском роддоме на свет появился сын. Врачи показали себя профессионалами. Поэтому где рожать во второй раз вопрос не стоял. А на дне открытых дверей еще раз убедилась – решение правильное. Очень вменяемый, адекватный, информированный персонал. И поэтому неудивительно, что я снова пришла сюда. И вот надеюсь, что радостное событие скоро произойдет. Очень готовые помочь, очень готовые персонал ответить на любые ваши вопросы. Клинский роддом принимает до 60 рожениц единовременно. Экскурсию будущим мамочкам проводят в акушерском и послеродовом отделениях и родильном блоке. Здесь, кстати, кроме общих и индивидуальных палат, есть специальная комната для партнерских родов. Пациентка может рожать своего ребеночка, взять на роды, либо мужа, либо маму, сестру. Она находится здесь как во время схваток, так и уже непосредственно во время рождения. Здесь у нас есть все необходимые условия для обработки и оказания помощи новорожденному. Молодым мамочкам напомнили и об отделении ЗАГСа в стенах роддома. Все необходимые документы на малыша помогут оформить прямо на месте. Свидетельство о рождении также могут оформить при наличии регистрации в госуслугах, получить прикрепление к детской поликлинике, получить СНИЛС, получить прикрепление к молочной кухне, а также все необходимые пакет услуг, которые ей будет необходим в первые жизни моменты ребеночка. И рассказали о новых подарочных наборах. В каждом 53 предмета для ухода за малышом. А после экскурсии врачи ответили на вопросы. Такие дни открытых дверей проводят дважды в неделю, в среду и в субботу. Предварительная запись не нужна. Достаточно прийти в родильное отделение к 12 часам. Анастасия Галкина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.